Львы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на февраль месяц. И первая карта для вас – тройка мечей. В начале месяца, знаете, вы зайдете в такое состояние, как разбитое состояние, для, когда, может быть, для одиночек то, что вы узнаете какую-то правду, да, вам откроется какая-то правда, но это, может быть, будет болезненная правда, но вы все-таки узнаете это. Для тех, которые в отношениях, хочу сказать, не нужно входить как третий человек в отношения. Здесь более старайтесь контролировать вот такие ситуации в вашей жизни. Здесь может быть как измена, да? Вот именно те, которые имеют отношения, старайтесь вот в начале февраля не входить в такие отношения. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта — Королева Пентаклей, да? Для женщин я хочу сказать, обращайте внимание на ваше здоровье. Для моих дорогих мужчин здесь вот почему и показываю, что вы можете входить вот в таких отношениях, как вот разбитый третий человек, потому что у вас есть стабильная женщина, да, с вами есть такая женщина, это ваша жена, это женщина, которой вы имеете стабильные отношения, но то, что у вас есть, однозначно она рядом с вами. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца, что вам высшие силы, колесо фортуны. Колесо фортуны может, знаете, как проверку вам будет делать, да? Если это касается отношений, здесь может быть то, что вас будут, вот знаете, как высшие силы проверять. Есть у вас ваша стабильная женщина, есть ваша жена, да, вот мужчины. Здесь как будет, может быть то, что фортуна даст вам такие возможности, но все зависит от ваших действий, да. Если сказать по поводу работы здесь, да, после каких-то разочарований, какие-то, знаете, в рабочей, да, после какой-то, знаете, потери каких-то финансов, здесь как судьба, да, судьба дает вам новые какие-то возможности, да, новый какой-то шанс, чтобы вы, знаете, построили новые себе какие-то цели, новую, построиться на какую-то новую работу. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Семерка кубков. Самое главное, убирайте вашу фантазию, ваши иллюзии, да. Не живите в мечтах, да. Здесь самое нужно более жить вот то, что происходит на данный момент в вашей жизни, да. Вот именно в середине февраля убирайте вот ваши иллюзии. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Пятерка мечей. Вот почему вот нужно убрать вот эти фантазии? Потому что вы боитесь, что ваша ситуация, какая-то проблема с прошлого, она повторится. Да? Вы стоите на страже в порядке. Хотя здесь нету, знаете, таких ситуаций. Здесь только более ваши фантазии. Да? Вот здесь более, знаете, не тех страхов, когда вы должны их работать над ним, да, убрать эти страхи, а здесь как более вот именно внутреннее ваше состояние, вот более вот на эмоциональном, на ментальном, вы как бы более фантазируете, да, что это у вас в жизни может повториться. И самое главное — убрать вот эти ваши страхи и фантазии. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Паж Пентакли. Вкладывание новые какие-то цели, новые какие-то знания, да. Здесь, если хотите что-то себе купить, здесь фортуна на вашей стороне, да. Если касаться новых знаний, новые начинания, новые обучения, здесь тоже дается этот шанс. Все только нужно, знаете, контролировать себя, да. Ну, нужно контролировать ваши действия. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, что вам выше силы. Восьмерка жезлов. Знаете, у вас даже может быть какие-то маленькие какие-то перемены, но они уже в конец месяца происходят, да? Для некоторых здесь может быть поступление какой-то информации, поступление какое-то сообщение от человека, которого вы ждали, да, с прошлого, да? Здесь может быть, что вы, может быть, то, что человек вас разочаровал в прошлом, может, как вот по поводу того, что человек изменял, не сказал, что у него есть, знаете, жена, и судьба вам дает какой-то опять шанс, чтобы вас проверили, да, посмотреть, как вы будете поступать в данной ситуации. Здесь нужно просто даже вот убрать вот эти что-то старое, не бояться ничего и начать чего-то новое. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это тройка жезлов. Вы будете стоять перед выбором. Так как я сказала, что Вселенная может вам вернуть человека из прошлого, то, что вы же ожидали, здесь может поступить какой-то вот конец месяца, но здесь вы будете стоять перед выбором. Да? Может, этот выбор вам будет тяжело его сделать, вы будете бояться, но вам придется этот выбор
выбор сделать. Давайте посмотрим следующая карта, что вам высшие силы советуют для вас. Карта совета для вас, что вам высшие силы советуют. Это пятерка кубков. Убирайте вот это ваша боль, да? Вот эти воспоминания, вот это прошлая какая-то боль, да, не нужно жить вот в прошлом. Здесь для некоторых почему будет такая, знаете, по родовой линии, да, какие-то ситуации болезненные, вот на протяжении всего этого месяца вот у вас будет как выяснение, да, но то, что вы должны будете выяснять между вашими родственниками, вами какие-то ситуации, вы должны это будете делать. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.